Всем огромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал, рада вас всех видеть. И сегодня в этом видео будет небольшая наша прогулка. Покажу вам новую тренажерную площадку, которую построили в нашем районе. И покажу небольшую закупку продуктов и рецепт куриной самсы. Всем приятного просмотра! Кстати, первый раз положила Тимку на эту качельку, когда еще было тепло совсем в Москве, и ему так понравилось, я думала, что он даже уснет там. Смотрите, как классно тут сделать. Раньше здесь мы когда ходили, здесь были просто гаражи, вообще было пустое поле. Сделали вот такое вот поле футбольное. И плюс я там читала, спереди написано, что там выдают инвентарь. Ну, то есть можно прийти и вот так вот взять мячи и заниматься. Вообще классное решение. Вот, смотрите, какой проект они сделали. То есть вот так вот это все выглядело, видите, да, гаражи вообще, какие-то там деревья просто вот. А будет выглядеть вот так, вот такое вот проектное решение. Очень классно. Видите, вся Москва строится все-таки, как я и говорила. И вот такую классную площадку тренажерную сделали. Здесь различные тренажеры на разные группы мышц. Вот. И вообще классно тут заниматься. У меня тоже муж любит заниматься. Он всегда занимается спортом, качается. Он занимался раньше на обычных, и я вот ему сейчас сняла. Говорю, смотри, какие классные поставили тренажеры. И он говорит, все, я буду только сюда сейчас ходить. Вот, ну очень много, смотрите, как их много. Прям круто, молодцы все-таки. Депутаты молодцы. Вот, и там тоже такое еще небольшое поле, тоже футбольное. И там впереди там такая стенка, ползать, да, по ней можно. Ну, там можно, в принципе, и детишкам вот на той стенке заниматься. И там две скамеечки, вот. Вот так вот это все выглядит. Конечно, классно. Я говорю, раньше, когда я здесь ходила, тут только были гаражи стояли, вообще непонятно, что тут находилось, какие-то деревья. А сейчас вот так вот все это выглядит. Здорово. Вот, и буду, если что-то еще буду новое видеть в Москве, я вам обязательно сниму. И тут даже есть, смотрите, инструкция, как нужно себя вести. То есть, что можно делать, что нельзя на площадке. Вот. Вот такую вот красоту сделали. Молодцы, для спорта это очень классно, мне кажется. Такое решение, задумка. Только бы это все быстро не сломали, как говорится. Очень классно, что вот все смогут заниматься спортом. Это очень здорово. То есть лучше уж ходить вот на такие тренажерки заниматься, либо заниматься футболом, да, играть в футбол, чем, как говорится, где-то непонятно где обитать и учиться дурным привычкам. Так что вообще это, конечно, очень здорово. И плюс я вот помню, когда вот здесь мы ходили, здесь не было даже тротуара, здесь была какая-то дорожка. А сейчас везде выложили тротуары, очень хорошо все асфальтировали. Прям молодцы, конечно. Очень здорово. И здесь поставили пешеходку. И как я снимала вам в прошлом видео, сделали такие классные аллеи с различными цветочками, да, посадили на клумбочки. Очень, конечно, здорово все выглядит. И на той стороне тоже еще асфальт выкладывают. И сходили мы еще в продуктовый магазин, и в Пятерочку, и в Перекресток. Взяла вот такую вот лепешку из тандыра узбекскую. Я всегда такую беру. Она стоит 35 рублей, очень вкусная. Вот такое вот тесто слоеное, бездрожжевое. Я взяла его для самсы 500 грамм. Хочу сегодня сделать самсу. Будет рецептик, кстати. Оставайтесь и смотрите. И оно стоит 70 рублей. Вот такие взяла в туалет капсулки. Они стоят 99 рублей. Вот такой вот сив крем взяла попробовать его. Хочу хорошенько отмыть ванну и плиту. Не знаю, вот у меня отмоется она или нет. Вот взяла его попробовать.
не знаю, как будет. Он идет с лимоном, он стоит 177 рублей. Воду газированную Архыз мы всегда берем, стоит 49 рублей. Песок сахарный 47 рублей. И вот такие вот капсулки я всегда беру, либо Ариэль, либо Тайд. Вот по акции были Ариэль, и я их взяла. Они стоят 250 рублей по акции. И дают еще в Пятерочке вот такую вот штучку. Это типа такой маленький какой-то браслетик. Но плюс его еще куда-то можно приклеивать, как я понимаю. Такая тут присосочка. Такой вот для детишек дают. Так, и сходили в Перекресток. Таня взяла себе краску. У меня уже сильно отросли корни и хочу вот покрасить. Беру всегда такую. Да, она, конечно, дорогая, 400 рублей стоит. Но она мне очень сильно нравится и не так сильно портит волосы. А печеньки вот такие вот люблю. Взяла их за 89 рублей. Вот такой вот дезодорант мужу, ему такой очень сильно нравится, стоит 249 рублей. Вот такую краску для бровей, я тоже сама крашу, как бы в принципе мне нравится, стоит 70 рублей. Картошку взяла мытую, она конечно дороговатая, стоит 202 рубля, 2 килограмма 890 грамм. За считай килограмм у них идет 70 рублей, грубо говоря. Но я беру такую, потому что она желтенькая и она очень вкусная. Вот когда жаришь картошку, я сегодня хочу картошку жарить, и поэтому, когда вот мы жарим картошку, я беру вот такую вот желтенький картофель, он очень вкусный. И Тимка, вот я ему делаю пюрешку, он вообще вот желтый картофель очень-очень вкушает, ему прям нравится. А если я такой белый беру, то он плохо разваривается, и Тимка толком не кушает. Вот. И, как всегда, бананы. Бананы – это наша любовь семейная. Мы очень любим бананы, поэтому вот всегда беру 66 рублей за килограмм 100. Вот. Вот такая покупочка. И сейчас будем готовить самсу. Итак, начинаем готовить самсу. Пока у меня тесто размораживается, я беру куриное филе и нарезаю его небольшими кубиками. Также нарезаю лук мелкими кубиками, стараюсь сильно-сильно его измельчить, так как мы с мужем вообще не любим сам себе лук, и поэтому я вот стараюсь всегда его так помельче нарезать, но самса без лука это не самса. И еще меня, кстати, научила свекровь мять лук, он так в готовой самсе, либо в мантах не будет совсем заметен. Вот такой вот небольшой лайфхак. Затем солю и перчу по вкусу, и обязательно именно в самсу добавляю приправу зру. Эта приправа придает вкус настоящей самсы. И еще, кстати, я добавляю сливочное масло, так как курица, оно само по себе мясо сухое и без жира. И вообще, конечно, можно добавить жир, или как его еще называют, курдюк, чтобы была сочная самса. Но у меня его не было, и поэтому я вот добавила сливочное масло. И в итоге, кстати, это и помогло, мясо не было такое сухое в самсе. Потом я мою стол со средством и протираю его насухо, так как я буду на нем лепить самсу. И
Итак, я беру один пласт, сворачиваю его трубочкой и разделяю на кусочки. У меня вышло 8 кусочков с одного пласта, но можно и побольше сделать в принципе. Затем я раскатываю каждый кусочек и заправляю начинкой. Делаю я самсу треугольниками, мне так больше нравится и мне так удобно. Затем я поставила духовку уже разогреться на 180 градусов и самсу потом смазываю яйцом. И все ставлю в духовку на минут 30 при температуре 180-190 градусов. И все, наша самса готова. Спасибо вам всем большое за просмотры, кто был со мной. Жду ваших комментариев и обязательно подписывайтесь на мой канал. Поставьте пальчик вверх этому видео, если было вам интересно. Всем до новых встреч. Пока-пока.